друзья, сегодня суббота, с погодой опять повезло, всю неделю дожди, сегодня солнышко. Едем на оффроуд, коллектив серьезный как никогда. Да, тучки такие, может и дождь пойти. Может и нет. Да, не скучно это. Сказочные места. Кто едет, сейчас посмотрим. Олег едет. Ну вот это бомба. Смыть меня хотели. Так, кузов. Смотрите, какие новые преобразования. Вот я уже на монстре. Ну, монстр огонь, конечно. Запаски нет сегодня. Олег внутри. Пилот все тот же. Очень жесткий. Идем на разворот. И едем на оффроуд. А, сделали... Поставили глушитель, смотрите, из нового. Миша говорит, ну реально внутри сложно находиться, когда едешь. Ну действительно, шум был огромный. Вот так мы валим. Вот такая красота вокруг. Так что сегодня унемог, я думаю, починили уже на полном приводе. Можем посмотреть, что тут будет происходить. Ну и места действительно знатные. Смотрите, проехали уже достаточно далеко. Расколбас серьезный, даже 80-ка он поехала. Там серьезные ребята. Едем вот туда, вдаль. Теперь я верхом на ГАЗ-63. Плохо, нет запаски, можно было на чем-то сидеть, сижу просто. На профнастиле. Стой, Миш. Если правее возьму, то без нас. Давай, Рюкзак. А ты как президент сзади сидишь, да? Вот жирует человек. О, на арочке можно сидеть. Смотрите, тут колеса. Оффроуд просто рядом. Так. Ха! Прикольный пейзаж, я вам скажу, открывается. Ну вот и веселое начало. Сейчас и Макс приедет. Ну хорошо тут нырнули ребята. И тут два серьезных человека. Поднимается трансмиссия. Ну что тут у вас? Все хорошо. Да, Toyota ушла не слабо.
вот такие в Танзании, кстати, таких Toyota очень много. Это современная версия 70-ки, 79-я, наверное, она, не знаю точно, как называется. Я думаю, тут у нас специалистов много, подскажите. Что-то как-то слабо тянут. Ну вот этот человек в подтяжках, видите, прячется в кусты, ушел. Куда мы, Миша? Домой? Такой выхлопной комфортнее, я думаю, и вам комфортнее. Воздухозаборничек, видите, на каком уровне фильтр воздушный. Все продумано, то есть можно, пока пилот может дышать, можно ехать. Так, мы по новой траектории поедем. Тут может быть жестко, Миша. А что ты делаешь? Глумишься, да, над ними или что? Миша решил задом поехать. Лебедка сзади, вот кто не знает. Вот ее видно. А, слышишь, это ты мне, чтоб снимать удобнее, да, было? Да? Спасибо, друг. Блин, думает обо мне человек, хоть кто-то. Потому что тот с бородой, конечно, не поможет. Не, ну толкнуть в лужу может, да, помочь. Сказать, прыгай. Так, смотрим, что тут происходит. Колесо 1,30 м уходит. Не, выехал. Toyota глубоковато сидела. Трос намотал на колесо. Так. Тут уже и нам хорошо становится. Такое веселое начало. Не прерывалось. О, дельфин! Да, нормально, ребята. Хотя надо разведку съездить. Олег, есть маршрут новый, давай съездим в разведку. А вон влево дорога, смотри. Так, 70-ка. 79-ка продолжает выезжать. Пока тяжело. Так, 80-очка пошла. Красавчик, красавчик. Вы видите, что делает? Почти проехал. А может и проехал. Что значит правильная траектория? Ну, немножко. Немножко лишнего копнул. Это фантастика. Как? Более легкая машина не проехала. Главное знать, куда ехать. Блин, вообще красавчик. Это Бодя. Все, прицепили. Каким-то чудом удалось достать
машину. Что, теперь мы поехали? Так, вот дорога. Чуть подзаросло. Хотя я не уверен, что мы правильно едем. Олег! Это мы не туда едем. Мы не туда поехали, Олег. Надо вернуться, надо вернуться. Дорога где-то левее была. Да, вот дорога. И мы теперь в передовом отряде. Вот дорога, вот. И деревья красивые. Да, заросло тут не слабо. Сейчас вроде правильно едем. Правильно идем. Ох, красота какая. Да, тут мы. Стой, стой, нам правее надо. И вот следующее препятствие. Хорошо, я тут проезжал на известной машине. А здесь тоже есть траектория. И лайт, и хард. Так, Нива, смотрите, очень известная. Проедет или нет? Стой, стой, Миш! Миш, стой! Проехала Нива. И тут нормальная жесть. Уже на горизонте. Сейчас будет хорошо здесь. Глянь, проехал. Так, теперь патрол. Ну, патрол. Залупазлик тут проезжал. Вот именно так, кстати, ехал по этой траектории. Что это? Патрол. Ты заведенный? Да, да. На мосты просто подсел. Надо продавать! Может, раскатает. Назад попробуй дальше. Еще назад, Тёма. Попробуй. Едет нормальная машина, я пошутил. Я пошутил, нормальная машина. Где-то еще раз видел, хоть раз, когда поляки тонули, просили помощи устроили. УАЗ по тому же месту. Но неправильное решение. Хороший багажник на крыше. Что, все? Не хватало, не хватило клиренса. Уже Тёма копнул и все. Так а что все сюда едут? Я наоборот сюда под дерево ехал. Или там глубже под дерево? Да не, ну там патрол проехал, значит там легче. Ну.
Подъезжай. Давай я подержу. А вот дерево есть. А, есть. Блин, то дерево, наверное. Ну, под низ может и выдержит, а может и нет. Сейчас, Валера, он. А он заглох или что? Ну, да. Валера, у него лебедка. Ну, он заглох. Давай лебедку. Идет. Подтягивай свою, подтягивай. А, нет. Подтягивай, она там сейчас намотает. Сяда аккумулятор. А, я давай. Блин, тянет не. Заглохший у вас. Газку надо ему поддать. Да у него там видно все. Держит. Гнибо-то. Что там? То я накопал тогда давно, и ты попал в эту яму просто. Наверное, да. У меня же машина с серьезным клиренсом, канистра. Пробует, не заводится. Нема дела. Попробуй на стартере помочь чуть-чуть. Давай, Валера. На стартере идет. Ремень слетел? Да. Смотри, там нету ремня уже. Ну, видишь? Ага. Может, да. Сейчас вытащим. Разберемся. Искры, наверное, нету. Левее надо брать, да? Ну, лучше, да. Видишь, что, тут уже... Я тоже видел, я шел. Да, да. Накопали уже. Есть ремень? Есть. Все есть. Следи мне. Не, вон второй. Там два ремня? Не, один, нормально. А, нет. Только это должно быть, да? А попробуйте его там завести. Завести, давай. Включай передачу. Вторую или третью? Третью. Так надо повышенную включить сначала. Да, на пониженной нереально. Так, ну, тут серьезный вездеход, Рубикон, должен проехать в любом случае. Ну, это подготовленная машина, там и пилот серьезный, и машина. Американцы не едут. Американцы не едут. 3.6 мотор не едет. Мне это говорили те, кто у кого 6.4. Баладоходов нету. 5.7 хэми, говорят, 3.6 не едет, а здесь 3.6 едет. Макс приедет сейчас, Макс едет. Может, уже приехал. Блин, я удивлен, Александр. А вы не зря потратили деньги. То есть вы не купили жене шубу, но вы купили классную вещь. Это ты задумываешься о покупке своего доджа? Шубу. И сапоги, не только шубу. А, и сапоги, да. И поездка на Мальдивы. А, еще две молодые любовницы. Вот и мне бизнес-план накидал какой. Ну ладно, можно одну старую, одну молодую. Отдать для души, чтоб кушать готовила. Боюсь, у нас щит. Слышишь, остальные, я понял, ехать сюда не собираются дальше. По стороне я шел нормально. По левой, какой правой?
Ой, по левой, по левой. Говорит, я шел нормально. Знаю я этих блогеров, знаю я этих блогеров. Утка по колено, по пояс. По центру, но чуть-чуть левее. Что, может, вы нас тут подождете? Как он идет? Смотри, тут серьезный штурман на Кадиллаке. Штурман на Кадиллаке, блин. Смотри, все, уже ничего не страшно. Блин, а там сумка в моей той машине. Димон, аккуратней там протаптывай, там мой рюкзак, блин, с едой. А я ехал даже не протаптывая, просто ехал. Вот чем отличается владелец Нивы? Он не думает, когда он ее по жопам, по колено. Под кусты пусть берет. Даже до колокольчиков не достало. А ну позвони колокольчик. Слышишь, а эти ритузы с Кадиллаком шли в комплекте? Да? Да. А я смотрю, такие модные, блин, как... Как со... Выйди, выйди оттуда, не пугай. Выходи, ой, быстро выходи, ты напугаешь его. Не пугай людей. Он сейчас включит заднюю. Водя! Пока не видит. Поехали, Дим. Да я там ехал нормально. На 37-й градусах. Да. Пилот жесткий. Блокировку включи! Хорошо, не включи. Мотор заведи! Нельзя проверить, это блокировки или нет. Она у меня выбивает. У тебя вообще супер тачка. Блин, я знаю. У нас паркетник. Я поставил ваш этот, скажи мне, полуось. Сейчас еще блин, вот испытываю. А, у них тюнинговый взял? Да. Да, там серьезно. Да не, ну это серьезный внедорожник, просто красавчик. Понял, как, то, понял, как, то, то понял, как паркетики есть. А было то, давайте, выставляйте. Быстрей, пока вода ушла, могли проскочить 4 машины, елки. Чем вы думали там? Блогер знает, что говорит. Давай следующий. Долгопитание, да? Так, теперь... Еще серьезнее Toyota, чем предыдущая. Не, ну это легче, это как-то уменьшится. Он траекторию вот следует. Офигенный. Красавчик. Не заметил это. Зачем он нам подлебил? Так, вот и Леня. Они все левее и левее. Ага. Не, ну так неинтересно, Леня. А что там, кто еще? 200-ка? Александр, ты... Я читер, да? Леня, один, да. Все! Мы с группой удаляем тебя! Читер. У вас пытаются завести, но пока... Я боюсь вообще глушить, потому что... Да-да, Ниву лучше не глушить. Вертолет. Обычно нас снимает в этом месте. Какое заманул. О-о-о-о! Дальше 76-ю. Не, ну такого еще не было. Не, ну не будет. Она тут сама проехала. Сама проехала, елки. Не, ну так уже неплохо. Очковали. Так уже неплохо. Машина просто дорогая, понял? Ну, красная или какая? Александр, вы бы убрали свой автомобиль с поворота. Что это за... Ладно, я стою с лебедкой. Знаешь, там, ну, вытащить. Колеса небольшие. Ну что, там страшно было? Не, привет. Не страшно, мы рыбку вон выбросили. Здесь, смотри, где? Ватерлиния. Ёлки. Стара. Пусть живет. Теперь я понял, зачем эта штука. Бородач щуку выбросил как-то. Такую нормальную. Причем в ручье, в пуще, там, где, ну, вообще ее быть... Не должно быть. Да, триподоры, да? Да? Ого, так и большие какие-то они. А какой размер? 35-й? Это очень богатый человек. Элька на 35-х, это очень это богатые люди. Да-да. Так, ну что здесь? Как обычно, начинается хорошее место. Что, давай, плачь, что стоишь? Кадры теряешь. Ну, мы же как-то развернулись, в обратную сторону стоим. Там да. Где-то дальше, наверное. А, это Крис? Так, ну, пойдем. Постоит. Искры? Да, искры нет. Нету, да? Потом.
Так. Ну, здесь хорошо, конечно, я вам скажу. Как никогда. Поехали.